Это что ли до конца улучшить? А вдруг? Она будет снимать щиты там за полкилометра или что-нибудь еще. Или, например, сплэшем всех убивать. Нет? Ну ладно. Она ничего не делает никому. Проблема сейчас заключается в том, что вот эти твари слишком далеко вытаскивают эти яды. Нет! Да, нет! Да чтоб тебе. Сраные метеоры бесполезны. Нафиг это. Нафиг это. Кэнон на третий уровень. Массовый кэнон на третий уровень. Почему нет? Тем более не долбит по земле. А, кстати, вариант. Неплохой причем вариант. Вдруг прокатит. Ну, две пушки маловато будет, конечно. Они даже пушка третьего уровня не берет этих лохов. Как так? Что это такое? Кто мне объяснит? Почему вы разведчики тогда дофигища? Просто офигеть. Это разведчики, поздравляю вас. Быстрее всех, прочнее всех. Это у нас разведчики.
Я, конечно, уважаю ГРУ, но, блин, по сравнению с ГРУ, точнее, по сравнению с этими, ГРУ сумки просто. Ну, посмотрите на это. Под таким обстрелом мухи не выживут, блин. Тараканы сдохнут. Эти живут им нормально. Я не знаю, тут ни отбавить, ни прибавить. Это триндец. Если сейчас каким-то раком кого-то пропустят, я им такую сладкую жизнь устрою. А, ну все, пропустили. Давай, давай, давай. Так. Долбит, долбит. Прикончить никого не могут. Как прореп прям. Я зря Теслу поставил. Но это опять-таки мисс Клик. Пресловутый. А может и не зря. Черт его поймешь, пока не огребешь. Не, ну ребят, надо уничтожать. Как хотите, надо просто выгребать их с карты. Ну, ребят, ну не обижайте меня! Вот больше тупости это надо поискать. Кэнон! Никакой Тесла вам больше не будет. Кэнон! Кэнон! Что вы хотели? А это апгрейдим. Против вокеров хорошо будет. Я надеюсь. И вот что это было? Получилось еще хуже. Так, ладно, давайте будет по-вашему. Тупо пулеметы. Я вижу, вы ценители. Твою мать!
это будет до бесконечности продолжаться. Моя уже 150... Хрен знает, какая попытка. Ну давай, ну Тесла, не подведи. Уже всех результат показывал. Молодец. А что мне делать-то? Вот и что мне после этого здесь делать? Эти 100% пропустят. Найджел, мать его, Мейнджел. Или как его там? Кэнон. 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 Пулемет. Пулемет. На кого атакуете, ну? Все хуже и хуже получается. Так. Но пускай будет так. Но на кого они переключаются? На кого? Какого черта они творят? По-любому сами не врубаются в то, что они делают. Лазер, 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 пускай будет везде лазер. Еще один лазер. Там, конечно, все неуязвимые к лазеру идут, но это уже там решим. Как-нибудь в отдельном разговоре. Нам бы сейчас выжить, а там уже придумаем что-нибудь. Я вас ненавижу, честное слово.